привет, меня зовут Ирина, я преподаватель клуба «Пиксель». В прошлом видео я рассказывала, как создавать и изменять ландшафт. Давайте вспомним, какие инструменты мы использовали. Для начала запустим нашу среду программирования. Находим на рабочем столе такой значок и двойным нажатием левой кнопки мыши запускаем его. Создаем новый пустой мир. При помощи инструмента «Кисть для земли» увеличиваем наше игровое поле. Помимо зеленого цвета у нас есть 120 вариантов. Давайте выберем один из них. Также выберем кисть. И нажатием левой кнопки мыши увеличим наше игровое поле. Отлично, давайте теперь создадим неровности на нашей поверхности. Для этого выбираем инструмент вверх-вниз, выбираем кисть, которая нам нужна, и также нажатием левой кнопки мыши делаем вот такие неровности. Давайте их немножечко сгладим. А теперь создаем холмы. Я выбрала волшебную кисть. Нажимаю левой кнопкой мыши. И теперь давайте создадим углубление для воды. Выбираем инструмент вверх-вниз. Выбираем кисть, которая нам нужна. И нажимаем уже правую кнопку мыши. Отлично, и заливаем ее водой. И не забываем про глобальные настройки. Изменяем освещение. И изменяем наше небо. Вот такой мир у меня получился. Теперь давайте создадим своего первого персонажа. Для этого найдем в нижней панели изображения коду и нажмем на него. Затем нажмем на наше игровое поле. Мы видим огромное количество персонажей и предметов, но для начала давайте разберемся с кодом. Отлично, мы создали своего первого персонажа. Давайте запрограммируем его на движение. Для этого нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем программу. Перед нами появилось тело программы. Для того, чтобы добавить нашему персонажу какое-то действие, необходимо нажать плюсик и выбрать из всплывающего меню то, что нам нужно. И что мы будем делать? Проверим, как двигается наш код. Нажмем клавишу Escape для того, чтобы выйти из режима программирования. И еще раз Escape для запуска игры. Нажимаем на указанные нами клавиши, и наш код двигается. Отлично, а теперь давайте научим его стрелять. Также нажимаем на него правой кнопкой мыши, нажимаем программа. Каждое новое действие, которому мы будем обучать нашего робота, должно начинаться с новой строки. Так что кликаем плюсик. Клавиши, разное, пробел. И что мы будем делать? Стрелять пульками один раз. Нажимаем на Escape, еще раз на Escape. И смотрим, как он у нас стреляет при нажатии на пробел. Но ведь у нас с вами есть не только пульки, но и ракеты. А еще мы можем менять цвета наших снарядов и их направление. Давайте выполним небольшое задание. При нажатии на клавишу W мы стреляем красными пульками на север. При нажатии на клавишу S – синими пульками на юг. При нажатии на клавишу A – зелеными пульками на запад. А при нажатии на клавишу D – белыми пульками на восток. Приступаем к выполнению.
Нажимаем на нашего коду правой кнопкой мыши и выбираем программа. Удаляем предыдущую. Нажимаем правой кнопкой мыши «Вырезать строку» и приступаем к делу. Надо выбрать условия. Когда? Клавиша. Какая? W. Нажато, то что происходит? Мы стреляем. Красными пульками выбираем цвет красный. На север выбираем направление. Куда? Север. И теперь чем? Пульками. Отлично. Переходим к следующей программе. Клавиши. Буквы. Ищем буковку S. Мы также стреляем уже синими пульками на юг. Теперь клавиши. Буквы A. Стреляем зелеными пульками. Куда? На запад. И последнее. Буквы D. Стреляем белыми пульками на восток. Отлично. Такая программа у нас получилась. Нажимаем Escape. И еще раз Escape. И теперь нажимаем на наши буквы. Как вы видите, коду стреляют в разном направлении разными пульками. А теперь давайте уберем созданного нами робота с игрового поля. Для этого кликнем правой кнопкой мыши по нему и выберем «Вырезать». Давайте создадим что-нибудь новенькое. Также нажимаем на коду и на игровое поле. Перейдем в меню выбора объекта и кликнем по этому лепестку. У нас появилось меню с большим выбором персонажей. Для того, чтобы получить подсказку о персонаже, достаточно просто навести на него курсором мыши и немного подождать. Давайте создадим персонажа, который больше всего нам нравится. И попробуем его оживить. Также нажимаем правой кнопкой мыши и пишем ему программу для движения. Когда? Клавиши. Стрелки нажаты, мы двигаемся. Быстро. Быстро. И давайте также научим его стрелять. Вы можете выбирать свои клавиши. Пусть он стреляет у нас ракетами. Ракетами красного цвета. Отлично, нажимаем на Escape и протестируем. У нас все работает. Нажимаем на Escape. Давайте изучим меню нашего персонажа. Для этого кликнем по нему правой кнопкой мыши и посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем его переименовать, вырезать, копировать, изменить размер, повернуть, изменить высоту. Давайте попробуем его повернуть. Выбираем. И теперь поворачиваем нашего персонажа. Я оставлю так, чтобы его видеть.
И теперь попробуем переименовать его. Также нажимаем правой кнопкой мыши Rename. И переименуем его, например, в Оскар. И нажимаем ОК. Теперь моего персонажа зовут Оскар. И теперь давайте поменяем ему расстояние от земли. Нажимаем правой кнопкой мыши «Изменить высоту». Отлично, нажимаем Enter. И теперь мы видим, что наш персонаж высоко над землей. Нажимаем Escape. Давайте сделаем его огромным. Также нажимаем правой кнопкой мыши «Изменить размер». Мы можем сделать его огромным, а можем сделать его, наоборот, очень маленьким. Я выбираю средний размер и нажимаю на Escape. А теперь давайте создадим целую армию. Для начала копируем нашего персонажа. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Копировать». Затем правой кнопкой мыши кликнем по свободному участку земли. И нажмем «Вставить Оскар 1». И повторим данную операцию. Запустим нашу игру клавишей Escape. И попробуем поуправлять. Все наши персонажи двигаются синхронно. Это все потому, что вместе с персонажем копируется его код, который мы составляли в режиме программирования. Мы большие молодцы. Попробуйте создать свою армию. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А чтобы не пропустить следующее видео, жмите колокольчик. Всем пока!